песня Гриша. Я тоже не знаю. Вы снимали на нее клип, значит, вы уже ее находились? Мы ее находили. Нет, мы пели с умным видом, раскрывали рот под готовые тексты уже. Ну, бывает, ладно. Давайте мы рискнем так. Наугад. Рискнем? Я думал, что я в телефоне. Кстати, кто-то в Ютубе прям выложил. Текст прям текст. Под твоим ролем. Я заметил, что на стихи.ру зашло человек 100, наверное. И только на эту песню. Значит, все-таки нашли. Ну, тогда... Тональность, Гриша. Наша тональность. Наша любимая тональность, Гриша. У нас даже был концерт, который назывался «50 лет с ля минором в обнимку». А как оно начинается? Тебе уже все подсказано. Вот, видите? Мы еще разучиваем ее. Годами все больше ценю одиночество, но если порой пообщаться вдруг хочется, я сразу с вопросом: а вы не из Обнинска? Мне взять бы дней 7 или 8 в счет отпуска. Уехать бы в отпуск, поставить на паузу столичную жизнь, поклонение хаосу. Мгновенья свистят, как положено, у виска. Так вы не из Обнинска? Нет, вы не из Обнинска. Мой Обнинск наполнен друзьями и песнями, простыми словами, объятиями тесными. Морозовской дачи, простым обаянием и общим каким-то нездешним сиянием. Там катит протва свои волны неспешные, там ценят глубинное больше, чем внешнее, и там, только там, отпускает меня тоска. Ах, как бы хотелось сказать: я из Обнинска. Дорога домой, приложение зависло. Я тут как в раю, сладко нет смысла. Закат из рубина, деревья из оникса. И все-таки жалко, что я не из Обнинска. Спасибо.